Всем привет, добро пожаловать, это The Binding of Isaac Afterbirth Plus, и мы смотрим на интересный мод, который превращает Айзека в 16-битного Айзека. Вот так вот как-то звучит. Итак, у нас есть данный мод, то есть 16-бит мод, также у нас есть Color Stat HUD Icons, который не работает, есть External Item Descriptions, который уже был, и проклятие египетским, то есть чума и прочее, то, что было написано в Библии. Так, хорошо, казни египетские, можно так сказать. Итак, New Run, давайте посмотрим, выберем кого-нибудь, допустим, ну давайте Самсончика, побегаем за Самсончика, и дальше будет видно. Во! Вот оно как смотрится. Посмотрите, реально красивая 16-битная графика, именно оформление комнат. Сами персонажи, конечно же, остались такими же, но разработчик вроде бы писал, что будет также их тоже перерисовывать, потому что и так уже боль получил при перерисовке классических комнат. Если еще перерисовывать персонажа, то это будет еще больнее. А, кстати, да, что еще могу сказать? Еще было бы интересно, что? Еще было бы интересно сделать музыку тоже как 16-бит, да, синтезатор. Но это опять же, на добровольных началах все делается, и поэтому никто не будет этим заниматься, если только у кого-то уж прям совсем не взыграет интерес. Также, какое замечание? Хорош. Очень хорошо подобрана палитра. Четко передана палитра, видно, что человек руководствовался тем, что он видел, допустим, на 16-битной консоли, да? Согласитесь, приятно смотрится, вообще классно. То есть мне нравится, это как новый вид. Да, конечно, здесь нет такой прям ультра-графики, но в этом-то и вся соль. В этом вся соль. У меня есть еще один интересный мод. Я потом вам его тоже покажу. Может быть, он вам понравится. Там кое-что интересное будет. Я так думаю. Но ладно, обо всем по порядку. Итак, 16-битный Айзек. Посмотрим, как все. О, ну да. Камушки... другие стали, допустим, фекалии другие стали. Вот только персонажи и враги остались неизменными. Ну, может быть, потом. Все равно люди не могут без этого. Всегда хочется сделать классический вид, допустим, любимой консоли, да, потому что привыкаешь к графике, она тебя возвращает, эта графика. Те отдаленные моменты, когда ты сидел и играл перед телевизором. 16-битные игры. Ну и не только. Вообще пиксели захватывают мир, я так смотрю, да? Все прям тащатся от пикселей в последнее время. Много инди-игр выпускают люди. Именно пикселизованных, стилизованных. Ну и никто и не против в целом. Костры перерисованы, а огонек остался прежним. То есть на 16 бит он не тянет. Ну да ладно, да ладно. Посмотрим, может быть потом. В будущих обновлениях что-то поменяется именно кардинально с врагами, с оставшимися эффектами какими-то. То есть это явно будет, этого стоит ожидать. Также комната с боссом обновилась, посмотрите, да? То есть врата, дверь даже. Так, пробежимся, там еще что-то пропустили. Ну мы так, побегаем, посмотрим, может быть даже до босса дойдем, глянем. Поглядим, вернее, наверное, да, будет звучать. Так, окей. Ох. Ты ее, там кнопки. Пойду схожу. Чпульк. Вот, другое дело, только бомбочку у нас нет. Вон, бомбочки еще перерисованы, кстати. Но если бы выбрали Айзека, могли бы сразу посмотреть. Но ничего не посмотрели. Так, Hagalas Destruction. Там было что-то написано, но я не успел. N. Hagalas Destruction. А, ломает все, что находится в комнате. Хорошо, хорошо. Сразу взял как-то внезапно, даже не понял. Надо было по описанию хотя бы посмотреть. Charged Wave of Tears when charging and getting hit teleports you to a random room. Oh, no, no, no. Не надо. Это мы уже в прошлый раз столкнулись с этим. Чё-то мне как-то не хочется со всем этим возиться уже. А прикольно смотрится. Так, ладно. Босс так босс. Идем до босса. Дальше будет видно. Вообще круто. Интересно будет посмотреть на другие комнаты тоже. Монстров. Ну, монстра классический, без изменений. Куда ж без монстра-то мы денемся? Ну, давай, монстра, давай. Нанеси мне немножко ущерба, я сейчас так попользуюсь тобой немножко, ладно? Угу. Вот, другое дело. Ну. Во, спасибо, все. 8.33, это хорошо. Атака 8.33. Нам хватит пока, в данном случае.
Так, вторая стадия атаки пошла. Так и будет теперь выхаркивать. Ну ладно. Ну, то есть чаще, чем обычно. Как раз восполним здоровьице. Что у нас здесь? You can carry two cards, runners or pills, drops random card, pills or run pick up. Спасибо большое, полидактили. Ох, ретровижн, еще ретровижн сделали. Вдвойне теперь ретровижн, не надо было брать, но ладно. Пускай. Ничего страшного в этом нет. Ладно, пойдем дальше, посмотрим на другие подвалы и комнатки. Дальше что у нас? Ага. Во, ну симпатично. Изменения, конечно, не сказать, что прям вау-вау-вау, но ну, очень даже ничего. Очень даже ничего смотрит, согласитесь. Да, вот еще бы реально музыку переделать, но это надо постараться. Это нужно какого-то композитора искать, чтобы он разбирался в том, как сделать 16-битный синтезатор. Ну, благо это сейчас можно сделать, потому что их на самом деле много, этих различных вещей, которые добавляются во все редакторы, то есть в VST-плагины. С этим добром сейчас проблем нет. Даже можно true синтезатор использовать, который там те же самые частоты выделяет. Вот бомбочка, например, другая. Это отошел от темы резко такой. Вот бомбочка другая. Да. Ну здорово, здорово. Смотрится классно. Смотрится очень классно. Интересно, как переделаны комнаты скрытые. И дьявольская комната, например. Немножко себе атаки подниму. Ну, пойдем дальше смотреть. Вот пока не вижу секретных, ну, как сказать, секретных, меченых камней не вижу. Вот чего я не вижу. Было тоже интересно посмотреть, как они-то вообще выглядят. А раньше были с крестиком или отличались цветом? Сейчас же... А, вот, вижу. Все. Теперь вижу. Сразу не заметил, но теперь вижу. Сердечки другие, да? Ну, хорошо смотрится. Прям вот именно с палитрой вообще угадали точь-в-точь. Прям вот как положено. И разные кувшинчики. Где ничего нет. Мне повезло. Так. Сейчас посмотрим. Комнатку секретную, может, найдем, да? Вот тут, может быть, но не фактус. А нет, угадал. Ну, да, и здесь тоже немножко поменено все. Duplicate your money. Ух, ёк. Ты откуда взялся? Отлично. 14 монет, 7 ключей, 3 бомбы. Нормально. Прикольно сделано. Пропала тьма. Вот что хочется сказать, пропала тьма. То есть не так темно, не так жутко играть, да? Когда, допустим, начинаем играть там. Хотя посмотрим. Не все ведь еще посмотрели. Не все видели. Ну, извините. О, классно сделано, посмотрите как. Здорово. Чем-то Golden Axe напоминает Comic Zone графикой. То есть как-то вот хорошо, очень хорошо подобрано. Прям знающий человек делал. Ой. Ой, боюсь. Ой. Пауки. Ой. Все. Так, ладно, там комната самоистязания. Здесь большая комната. Ого, и в принципе все, да? Ладно. Так и будем веселиться, видимо, здесь, да, бегать туда-сюда. Угу. Turn enemies into gold on touch. Golden enemies drop coins. Ладно, возьмем Midas touch. Так. Ну и, в принципе, все, наверное, здесь. Что я могу... Ё-моё. Вас только не хватало еще. А, магаз же еще есть. Магаз не сходил. Ну, был магазик. Да ну, циц. А, успел. Так, 5 coins плюс you can open doors with coins instead of keys. Ага. Ну и здесь классика жанра, да? 8, 49, 50. Да и так, there's options. Повысили магаз. Нормально. Плюс 5 coins, так. Ага. Ну, наверное, пригодится. Возьмем. Ну, это немножко возьмем. Ладно, окей. Пойдем до босса сходим. Глаза, конечно. В глазах монеты, как говорят. Выражение есть такое, да? Так, Widow. Давай, Widow, добавь мне немножко урончика. Вот, спасибо, вот красавица. Вот моя хорошая.
Вдова. Ладно, хоть не Black Widow. По-моему, есть Black Widow здесь. Тоже скрины где-то видел. Спасибо еще за дополнительный урон. Десяточку добавили. Так, хорошо. One damage up плюс range up applies only for the left eye. Blood clot. Окей. Побежали дальше. Ну, здорово, здорово. Ничего плохого сказать не могу. Очень здорово. Так, здесь что? О, во как. Декорации прям радуют. Реально интересно смотрится. Необычно. Необычно. Еще точно вот с персонажами поработать. С эффектами, со слезками, например. Вообще будет бомба. И так уже смотрится очень достойненько. Но это кропотливый труд. Это долго делается. Особенно пиксельная графика. Раньше она рисовалась так, потому что не было других способов. А сейчас... Ну, хотя сейчас тоже инструментарий, конечно, обширный. Но все равно, все равно. Все равно не так-то это и просто. Что-то дерзкий такой. Ой. Чего ж вы такие противные-то, а? Мясные ребятки. Дышат мне прям в затылок идут. Что ж вас так носит-то? Так, отлично. Сердце. Ну да, 3.50 атака, это, конечно, слабовато. На разборке здесь ходить, да? Так, это что? Leave Trails of Tears, enemies touching the cloud, can activate the crack effect. Возьмем облачко. Depression, депрессия. О, отличная вещь. Я так думаю. Так, по-моему, по диагонали чаще всего выпадает что-то. Не судьба, видать, в этот раз. О-о-о, мне везет сегодня. Мне сегодня очень везет. Облачко хорошее. Депресняк. Еще бы скорость атаки повысить, а то уж совсем лалочество. О, а. Золотой ключик. Так. Понятно. Так, money, магазинчик reveals all icons on the map does not show the light of the map. Ага, 15, а у меня столько нет. Ладно, подкопим, может быть. Может быть, подкопим. И будет замечательно. Можно, конечно, обновить состав предметов. Там у нас аппарат стоит данный. Данный аппарат стоит. Стоит. Так. Спорики. Ну, класс. По бокам какие-то элементы появились. Destroying poop spawns a blue fly. Ага, poop. It poop is moving. Окей. Еще несколько комнат есть. Оценим. Вот, спасибо. Сердце от меня убегает. От меня все убегают уже. Начинают убегать все. Так, хорошо. Хорошо. Здесь у нас что? Можно зайти в комнату сражения? Можно. А здесь ничего особо не поменяли, я смотрю, да? То есть как-то пока без изменений. Ну ладно. Ну да, здесь не особо прям выбор велик в каком-то таком графическом исполнении, конечно, но все равно нормально. Оно гармонирует. Чуть-чуть не переделано получается, чуть-чуть. Может быть потом. Главное, что работает на Afterbirth Plus, то есть обновляется, значит, мод. 16 монет, ага, 16 монет. Еще одна комната есть, может быть там надыбим чего. Да и прикупим предметик. Здрасте. До свидания. Ну вот, 17 монет. Ага. Так, посмотрим, где есть комнатушка. Где может быть комнатушка? Либо там, либо здесь. Больше вариантов нет. Ладно, хоть бомба есть.
Сосамба. Ладно. Так, там чисто, здесь чисто. Может быть, здесь. Угу. Кнопки. Понятно. А, ну да. Выбор оказался невелик. Либо одно, либо второе. Да ну... Так, скидка. 50%. Возьмем. Половину удешевим сейчас. Заодно и монет соберем. Так, сколько у меня? 8.33 атака. Нормально, нормально, нормально. Жить можно. Так, окей. Окей. The end is near. Может, еще что-то можно? You can carry two cards, turn all pills into cards. Это неизвестная пилюка. Так, copies the effect of the pill you are currently holding. Нет, ничего у меня holding, ничего не в руках не держим. Portable slot machine. Не нравится. А вот, reveal secret rooms, но у нас нет монет. Две монеты бы где-то взять. Было бы вообще замечательно. Вот здесь, может быть, раздобыть можно их. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Надеюсь. Очень хочется... Ей! Как раз, да, семерка. Бэх-семерка. Так, пятилитровая. Хорошо, сейчас возьмем. Во, другое дело. А вон еще как раз секретик у нас запрятался здесь, с краешку. Эх, luck up. Эх, explosive diarrhea. Bad trip. Full health. А, спасибо. 48 часов. Ладно, пошли, 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 пошли до босса, пошли. Здорово, здорово. Сперва bad trip, потом бац и full health. Вовремя взял dark one. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, боюсь, боюсь, боюсь. Очень боюсь тебя. Dark One. Лалыч. Ну да-да-да, страшно-страшно. Ох-ох-ох-ох-ох, боюсь-боюсь-боюсь твоих тьмушек. Всех твоих тьмушек боюсь я. Угу, угу, бойся. Бойся, бойся, бойся. Сам нарвался. Стоять. Бежать он там хотел. Так, Conjoined, Homing Tears. Отлично, возьмем. Супер. В принципе, набор хороший у нас получился, да? Погнали, погнали дальше. Чего удивляться. О, здоровенько, здоровенько. Скажу я вам, очень даже интересно. Дальше, но мне кажется, что слишком много коричневого. То есть они все какие-то песочного грязевого цвета, да? Может быть, потом он перерисует и сделает более такое выразительное, что ли? А, так вы же можете ходить за мной, ну-ну-ну-ну. Что-то много у вас, ребят, такого я не припомню, что так много было. В костлявых. Стоять. Стоять, бегун. Эх, две бомбы есть? Есть, на всякий пожарный. Как раз там секретная комната будет. Нормально, нормально. Телепорт you to the boss room. Ну, чё-то как-то так, конечно. Бонус-то, да? Не сказать, что прям супер-мега-трупер, но... Нам сойдет. Так. Тянет. Тянет меня, тянет туда. Отлично. Монетки тоже пригодятся. О-о-о-о-о. Так. Ладно. То следующее.
ты, дружище. Все, готов. Боец невидимого фронта. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Пойдем сперва в комнатушку сходим, потом дальше пошаримся уже. Угу, два ключа. Еще есть, скорее всего, где-то, да, секреточка одна. Может быть. Может быть. Вот я думаю, использовать, не использовать пока бомбу, наверное, не буду. Потом повремени немножко. Так, 5 атака. Сойдет пока. Больше бы сердец найти. Тогда вопросы отпали сами по себе. Отлично, бомба есть. Это получается 3. 3. Угу. И можно сходить в эту комнату, которая... Так, сейчас мысль донесу. А, так, ну здесь так можно попасть, смысла нет бомбить. Это, может, думал, там такая истязательная... Ну как истязательная? Ворота сами по себе. Вход. Ладно. Пусть бомбы будут. Не будем пока тратить. Если только здесь шибануть, мы можем их даже, наверное... Окупиться можем. Я так думаю. Ну да, да, да. Даже плюс один. О, вон еще второй секретик как раз. Хорошо, что я дальше туда не пошел, в ту сторону. Как знал. Чувствовал. Так, здесь что? Развлекуха с магазином. Так, drop a random pickup when you get hit. Ну ладно, без вариантов. Пока без вариантов вообще. Так, 48 часов full recharge, drop one two batteries. Так, на любителя. Higher angel room chances. Возьмем, возьмем, наверное, да, чем... Так, poop is moving, little larva. Destroying poop spawns. Угу. Ну, можно сделать так. К примеру, higher angel room chances. Повышаются шансы попасть в ангельскую комнату. Завидно, конечно. Сейчас мы мух наспауним себе, чтобы веселее было. Ух ты, йог что-то взял. Денежка, по-моему, была. Так, ладно, пойду дальше в секретную комнату схожу. Понял. Удобно, конечно, удобно, удобно. Не поспоришь, с мухами удобнее ходить. Ключи-то понадавали. Так, сердца. Можно спокойно себе урон набить. Мух набить можно. Хорошо. А нет, смотрите-ка, с этих пока что не получится ничего сделать. Это же обычные. То есть красные, которые... Чем-то похоже на Марио, кстати, смахивает тут графически. Похоже очень сильно почему-то на Марио. С грибами, видимо, из-за грибов. Так, хомкоминг у нас здесь. Пойду я схожу до золотой. Потом, если что, в конце поменяем. Ладно, у нас еще одна огромная комната есть, так что полная норма будет. Угу. Ой, спасибо большое. 6.67. Ну, неплохо. До босса дойдем, будет нормально. Так, 10 монет. Добро. Deal 100 damage to all enemies. Full heal reveals entire map. Ага. Ладно. Невезуха. 0 плюс 0, 7 tears up. Хорошо. Set onion. Лук. Грустный лук. Грустный лук, хорошо. Теперь осталась еще большая локация, и можно будет сваливать дальше. Ниже, глубже. Как раз.
Понятно. Двое. Один. Там, скорее всего, тоже двое, их четверо. Ну, это я про больших говорю. Про псе... да, про подбоссов, наверное, если можно выразиться так, да? Так. Мушек себе сделаем сейчас. Вот, прекрасно. Ай. Отлично. Ура. Деньжат подсоберем. Все. Все. Так, 12 монет. Итого. Итого. Наверное, до босса пойдем. Вот и все. Что тут гадать-то? Оставляйте отзывы, пишите, как вам данный мод, как он вообще смотрится по-вашему. То есть нормально, сносно или не очень. Потому что все по-разному относятся к таким вот графическим изменениям. Если бы игра вышла, например, в таком исполнении, то мне бы она в любом случае полюбилась. Какой есть, какой она является, такой. Если бы такой вышло, то тоже бы, наверное, понравилось. Так, что я хотел сделать? А, фильтр попробовать. Ну, с фильтром мазня. То есть, понятное дело, что это работать должно без фильтра. Ни в коем случае не с фильтром. Чабик. Понятно. Дайте мне урон немножко. Вот, спасибо. Ничего себе, у меня сняли его. Сразу два этих, что ли, было? Двойной урон прошел. Или от него сразу сердечко сняли. Ну ладно. Не страшно, все равно восстановим. Так, one health up. Все. Ну, тем более. Тем более. Так, зергут, зергут, как говорят, да? Еще у нас плюс карточка солнышко есть. Так, это у нас что? Это глубины. Ну что, глубины я предлагаю оставить на потом, на следующую серию. Что ж, всем хорошего настроения. Это была игрушка The Binding of Isaac Afterbirth Plus 16-бит мод. Все, до новых встреч, пока-пока.